Вот и все, вот он и приехал. Это Сантьяго, если кто не понял. Здорово, Василий. Ну ты совсем вообще расписался. Ты чахлый. Да. Тебе хорошо. Здорово, корешок, здорово. На Карпатах вообще тут. Вообще вывозят хоть нет? Блин, нормально, я где только на нем. Твои 12 килограмм с половиной. В шлеме 15. Раз. Очки еще полкилограмма, да? Да, да. А, еще ботинки. Еще и ботинки, да. Короче, где-то 16 килограмм у тебя твоих. Сколько? Стрелку укладывает? Они не работают спидометры. Да, я думаю, поедем, да. Потому что это... Вот. Ты что, у него там... Никакая. Пацаны, у него стоит ножка приключения от Чизета. Вы не поверите. Краник от Чизета. Ты что, вообще, что ли, пошел разнос? Ты что, попутал? Так вот и я про то, слышь. Ну и вообще, вот как себе на эти материть? Кроссовая резина вообще. Вы понимаете, в чем дело, пацаны? Кросс-колхоз. Да, кросс-колхоз. Ну что там, стоп и вилли исполняешь? Ага. Да нет, так по ровно едет. Потихо, да? Короче, я из дома поехал по объездной через выгонку. Выскочил на объездную на Ливинскую. И где Кукукова. Только с другой стороны, с дачи, с Ливинской гаражей заехал. Хотел клубники поесть. Нет там ни хрена. Оттуда, все съели, да? Оттуда на Затон. Ну так, ездил на нем, как на скутере. Конечно, как паутинник скутер, он едет примерно, понял. Единственное, что вот, ну, передача есть первая, а так вот потянем, ну, как вот Honda Diva была, наверное, порезвее, конечно, едет. Ну это когда нет пуза, как у меня, слышишь? Да, да, да. Как а как идет... только, слышишь, сел, все, и умер молодым. Да. И приходится ногами... Ну видишь, тут печаль, сцепление слабое, тут много чего интересного. Слабое, да. Я хочу на следующий год собрать Карпатик. На нем шо хорошо. Я хотел на Китай сегодня, думаю, поэтому покачусь. Опять это, ну, прями, грязь там, потом мыть его. Ну и пойдем на Карпатике. На нем по городу едешь и отдыхаешь просто не спеша, потихоньку, как на скутере. Вот. Ну, 50-60 он едет там, где под горку. Ну, куда больше. И бензина не жрет ни хрена. Сколько же у него расход? Не знаю, я залил вот почти целый бак. И до этого ездил в Лужки и... В пятницу я катался тоже, ночью уже домой приехал, где только не был. И еще не заливал, а то 5 литров бак, ну больше полбака было. Да там еще без бензина, еще ну, конь. Ну еще перемычка не показалась, да, видишь. Тут еще конь он натоптал. Какой-то руль стоит китайский, да? Я, да, поставил руль китайский, помнишь этот мне, Санек, ручку газовую подгонял. Как... Да не помню я. Вот, и вот эти грифсы я поставил. Шура, я тебя с трудом припоминаю, слышь, а ты говоришь. Потому что родная ручка газовая, она все время ломала тросик. Она же там просто так за крючок тросик цепляется. Да на, я помню дело, да. То есть там ни катушки, ничего нет. И подальше, куда поедешь, думаю, это. И глушитель кверху поднял, патрубок был. Потому что это как вот, где по бордюру может что-то не цеплять. Они вечно цеплялись раньше. Ну видишь, уже сам по себе мотор ногами переключается, уже неплохо. Да я поставил такой. Родной мотор, тонкий вал, швецы, коробку я не нашел с ручными, хотел с ручным делать, а теперь и лучше пусет стоит. И поршень виражевский я поставил с хромированными кольцами, он намного лучше как бы с ним. Вообще с Honda Diva я видел в интернете ставят. Вот следующий мотор хочу собрать, у меня есть самодельная коробка сближенная, то есть первая длинная, вторая стандартная вроде, для кросса делали. И сцепление уже переделано, коробка переделана, чтобы сцепление стоять на коробку, а не на коленвал, понял? Самодельное сцепление у меня все есть. Вон, Сережа идет. Да ладно. Сережа. Без мата. Класс, да. Здорово. Хоть проходили на корабле на катере. Пойди он. Да и хайпусь я не поеду. Приходи днем на катере покатай. Че ты? Санек, не езди. Уезжай 20 человек, а приезжает трое, слышишь? А, понял. Санек, трое приезжают назад, остальные тонут. Выскакивает, он тут так закладывает. А ты на что, спасай, езди сзади. Не-не, я на этом пойду. А не ваша шкуна, вот сейчас я на Затоне был, на бугре снимал, стоял два этих гидроцикла и много людей сидело. Да-да-да, красавка, волны стоят. Она так быстро прям это поворачивает, все, волны, да? Штука. Красавка. Ну, на следующих выходных подходи, будет народ такая. А ты на ней за рулем ездишь? Ну, когда как. А, я тебя просто видел, ты на той шкуне. Короче, собрались плюс и минус. Человек впуклость, ну здесь вот впуклость, а влезь вот с другой стороны выпуклость. Человек крюк. Я вот только не встретишь. Капитан крюк. Нам с тобой обниматься хорошо, блядь. Капитан крюк.
Короче, он мне рассказывал, говорит, и сейчас, говорит, типа, на трассе накроется, встретимся, сидит, просто порву, как тузик грел. Да, он говорил, да, в легкую. Вообще, тебе, говорит, затопчу. Старый гонщик. Это, там сейчас я ехал, за кафехи много байкеров стоит. Им иди, расскажи. Да и... Нет? Серега, он опытен, я знаю, я в нем уверен. Но я видел, как он накорячил там у себя возле дома. Пресса-то продал-то своего? Да, ну нет. Нет, стоит. Да нет. Да шаманин. А ты знаешь, что за поезд-то это? Ты помнишь, какой я собирал Кузи, когда ехал, у меня... Не, говорил, Серега. Менты на нем с карабасом меня приняли, помнишь, я рассказывал? Ты где-то был, что-то когда? Фотка у тебя есть, когда твой пацаненок маленький, вот Кузин, красный ПС, я ставил карабас. Да, помню, такое это было. Это вот этот ПС, это в этот день менты меня поймали. Смело. Ладно, ребят, мне тут сейчас камера погаснет, я заранее выключаю, всем пока, с вами были Придонки, берегите себя. Сейчас, может быть, прокатимся, может быть, на этой хрена мне сейчас один на Плешник, может быть, проедемся. Проедешь, давай. Ну что, пацаны, аттракцион невиданной щедрости. Сейчас будем кататься на Саньковской. Дрызге. Я на фонтан съездить туда. Нет, подожди, вот, чтобы двигать. Потащит хоть, нет? Ну что, пацаны, везет нормально. Трогаться, конечно, тяжеловато. Твою мать, офигеть, какой-то ужас. Там все угорают, смотрят. Везет, везет, ребята. Юный начинающий патагонщик. Санёк, вообще дикая дичь. Не будем больше пытать его, туда-сюда сейчас проедемся. Довольно бодро везет. Я удивлен. Ну, сюда заедем. Я удивлен. Вообще, вообще. Не понял? Как ты проехал? Сюда. Видал? Я сам в шоке. Карпаты. Карпаты веломото гуцы. Детский мотоцикл. Ты зря смеешься, я на таком детстве докорячивал нормально. Вообще огонь аппарат. Я удивлен вообще, что он даже на второй передаче везет. Просто удивлен. Как на скутере, ну да, да, да. И мотор так вякает. Ну ты так подзарядил его хорошо, поэтому он и... Я удивлен, Алёха, везет. Не всякий мопед так вот в детстве ехал, не всякий. Да. И слышно прямо, как вякает мотор, все как надо. Там, где надо, переключалки, все дела там. Видел вторая передача, ее надо вот правильно, все порезче вверх. Потому что я фиксатор, я же фильтра были с ручными, я подножной сам делал. И фиксатор самодельный из сверла из жопки сделал. Угу. А он чуть сверло не подобрал, болтается. И ну раз если не доключишь, бывает выбивает, надо вот так резко вверх. Ну я нормально, я тут да, особо не... Да, я тоже, еще плюс ножка подлиннее, родная, она покороче, ход больше стал, когда ножка длиннее. Да ладно, нормально вообще, что? Ну подвеска никакая, у меня есть Симпсона вилка. У меня есть там еще карпатики запчасти. Я вот хочу с этим самодельным сцеплением, с коробкой собрать карпатик чисто на повседневно. На следующий год, чтобы амортизация хорошая. Раньше с восхода стали амортизаторы, с восхода вилку. Ну, она тяжелая. А у меня есть Симпсон, она тоненькая. И есть колеса литые у меня с этой. Монет, мопед такой итальянский старый. А там трехспицевая, ну, совместно чешский с итальянцем мопед. Вот. И колеса литые хочу поставить. Ну, чтобы восьмерки, они тоже на 16 все.
такой сделать на повседневный обед? Сколько он весит всего? Ну, килограмм 40. Тебе звонят, Валь. Какой-то вонючий портриканец пытается тебе дозвониться.